20 организаций и учреждений области попали в зону мониторинга, который проводит рейдовая группа технических инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси. Предприятие «Дорстроймонтаж Трест» – одно из них. 220 сотрудников, из них 180 – рабочие. Порядка 40 единиц техники и 7 производственных участков. За весь 17-й год посмотрели 233 предприятия. Если в 2013 таких предприятий всего лишь было 58, то 233 – это несколько раз больше. Мы выдали рекомендации на устранение нарушений. Их было 1800 нарушений. Мы приостановили 72 единицы оборудования. Особое внимание технике безопасности на рабочих местах. Состояние санитарной зоны, бытовок, комнат принятия пищи, наличие справочной документации и информационных стендов. Под специальным контролем ремонтные мастерские для автомобильной техники, слесарные и токарные цеха. К вопросам охраны труда на предприятии относятся серьезно. Как показатель, за 3 года ни одного случая травматизма. Сразу же хочу защитить наших работников, ответственно относятся к охране труда. Если им что-то не предоставляется, например, средства индивидуальной защиты, мыло, аптечка, сразу же сообщают инженеру по охране труда, мастеру прорабу, и мы сразу же принимаем решение, чтобы сразу же устранить замечание, сразу же что-то закупить и предоставить работнику. Я хочу сказать, что многие вопросы здесь решены и очень даже на хорошем уровне находятся. Есть вопросы, которые я увидел. Это такие небольшие нарушения, которые, во всяком случае, они не требуют ни финансовых затрат. И это будет устранено, я думаю, что буквально на этой неделе. Специфика предприятия «Дорстроймонтаж Трест» – строительство и реконструкция объектов на территории действующих предприятий. Одной из таких новостроек стал пешеходный мост, строящийся в Бресте в микрорайоне Березовка. Объект возводится над железной дорогой на станции Брест-Восточный. Поэтому внимание рейдовой группы направлено на охрану труда на этом непростом участке. Слишком много задействованных предприятий, участников, потому что слишком большая насыщенность кабельной коммуникации, канализация, водопроводы, действующие пути, осуществляется маневровая работа, то бишь на станции Брест-Восточный не прекращается распуск вагонов, то есть они не останавливают свою работу. Если нам требуется, вводим такой оконный режим работы. Немаловажно, что движение пешеходов не прекращается. И нами приняты все меры возможные, скажем так, чтобы обеспечить их безопасность. Завершится мониторинг семинаром. Его участниками станут руководители всех проверенных предприятий и организаций. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.